Привет, друзья мои, и добро пожаловать в сагу о вампирах. Мы вернулись к нашей немного странной, но очень интересной семейке, и сейчас Виолетта отправилась в их немного запущенный сад. Она пытается выучить новые заклинания, потому что она прекрасно понимает, что только она сейчас может защитить свою семью. Ну и также давайте посмотрим, чем занимаются остальные члены нашей семьи. У нас сейчас, по-моему, 4 часа дня. Наш сын вернулся домой. Мы, наверное, должны будем его попросить все-таки сделать домашнее задание, потому что у него, знаете, как-то периодически то получается сделать домашку, то не получается. Но я думаю, что Виолетта должна настоять на том, что ее сын должен хорошо Учиться. Я смотрю, что у нас с садиком все в порядке, но нам желательно сегодня и дальше заниматься растениями. Виолет прекрасно понимает, что вот эти вот растения стоят не очень дорого и продавать она их пока что не сможет по каким-то завышенным ценам. но и покидать дом, она тоже пока что не готова, потому что она переживает за свою семью. Она прекрасно знает, что у ее мужа У Влада есть проблемы, конечно же, с солнечным светом. То есть, допустим, она может уйти, конечно, ночью, но она сама пока морально не готова гулять по этому городу мы не знаем кто здесь живет да мы уже успели познакомиться с некоторыми жителями этого города но опять таки они не знают насколько дружелюбными будут в итоге местные жители к новичкам они не рискуют пока что с ними вступать в какие-то открытые конфликты ну и пока что я смотрю что никто не приходит и не ищет двух девушек которые сидят у нас в тюрьме я смотрю что Влад даже не поменял свой облик то есть он сидит в своем получается темном обличии, и я так понимаю что читает свою вампирскую книжку, да. Мы не будем ему пока что мешать, как я вам уже говорила, он старается сейчас тоже прокачать себя как вампира, потому что ему тоже нужно защищать свою семью. У нас тут впереди будут очень интересные повороты с некоторыми местными жителями, поэтому Влад, пожалуйста, занимайся. Давайте посмотрим, наша малышка сейчас спит, конечно, и нужно отдыхать, она у нас еще очень маленькая, она отдыхает, высыпается, у нас сегодня такой дневной сон с самого начала серии. Ну и давайте посмотрим, где наша подождите, подождите, а где Дороти? Я, по-моему, я только что где-то здесь видела, я почему-то не вижу ни Дороти, и я не вижу нашего сына. А где они все? Слушайте, только не говорите, что они все отправились в темницу. Я бы этого очень сильно не хотела. Может быть, правда, Дороти на кухне, я ее не заметила? Нет, ее здесь нет. А ну-ка, давайте поищем Наших остальных членов семьи. Итак, Дороти, ты где? А, Дороти же у нас отправилась пособирать растения вокруг дома, как вы видите. У нас здесь действительно много различных растений, и некоторые деревья вот уже плодоносят. Давайте мы попросим Дороти вот это все пособирать. А, собери, пожалуйста, весь урожай. Ну и затем мы можем с вами... Что это у нас такое? Ну, мы можем только посмотреть на лук, то есть лук нас пока не особо интересует. Вот посмотрите, какое дерево! Оно у нас ничего не плодоносит. Обидно. Это наши соседи. Я думаю, что к соседям мы пока что подходить не будем. То есть на данный момент конечно у Влада есть проблемы со сдержанным. С... Ну он такой не очень сдержанный. Он, как вы видите, успел уже привести несколько пленников. То есть на самом деле Виолетта не хотела, чтобы Влад как-то себя проявлял пока что. Вот они только переехали, а, как вы видите, Влад, ну, я уже вам говорила, что он у нас не самый такой вот положительный персонаж, и у него часто бывают такие, ну, скажем так, приступы жажды. Вот ему нужно выпить где-то кровь. Он не готов все время пить кровь из Дороти, потому что ему его жена Виолетта сказала, так, Дороти у нас единственная помощница на данный момент, поэтому, пожалуйста, будь добр, не кусай ее каждые пять минут. Так что у Влада не было другого выхода, он иногда, как видите, отправляется погулять и находит новых жертв. Ну что, давайте посмотрим, где наш марк. А Марк, ага, Марк хотел отправиться в темницу, но я не хочу, чтобы он шел в темницу. Давай посмотрим, что у тебя, ну, досуг очень низкий. Давайте мы его отправим что-нибудь почитать. Мне кажется, что мальчику должны понравиться какие-нибудь интересные приключенческие рассказы, поэтому, пожалуйста, отправляйся. Я думаю, что у Влада все-таки здесь библиотека не маленькая. Как я вам уже рассказывала, этот дом им, ну, скажем так, достался совершенно случайно, в кавычках, и это был не самый бедный дом в округе, поэтому я вам хочу сказать, что проблем э, с доступом к различным таким вот полезным вещам по типу как ванная или же книги, в принципе проблем не было. ну что давай посмотрим как у тебя дела, как ты прокачиваешься. Досуг у нас низкий и честно говоря мне тоже не нравится что у Виолетты и Влада как-то знаете ну взаимоотношения такие очень пока что ну, средненькие, поэтому я бы хотела, чтобы они, возможно, сегодня провели там какую-нибудь приятную романтическую ночь, ну что такое, у нас опять все испортилось. Надо все это повыбрасывать. Будем просить сейчас Дороти что-нибудь приготовить. Раз у нас планируется романтический вечер, то пусть она приготовит для Влада и для Виолетты что-нибудь такое вот вкусное, хотя что, томатный суп, наверное, у нас больше готовить нечего. К сожалению, Дороти умела готовить только такие пока что Простые блюда, но я думаю, что, знаете, и простым блюдом мы тоже будем очень рады. Я думаю, что в ближайшее время также мы Виолетту все-таки попросим отправиться, конечно же, в наш соседний городок, где обитают вампиры, потому что нам с вами нужен специальный ингредиент, будем так это говорить, для зелья, который будет как-то, знаете, ну, притуплять голод нашего Влада. Значит, все, ты уже все пособирала, мыться ты пока не пойдешь, давай-ка ты лучше пойди вымы руки, потому что я не знаю, как у тебя там что. Давайте, кстати, посмотрим, что она пособирала. Она нашла лягушку. 35. Ну такое себе. Мы можем э, гематит продать. Мы пока что все это продаем. Я знаю, что это полезные штуки, они могут понадобиться нашей ведьме для готовки зелий. Но нам сейчас нужны деньги. Нам нужно очень много денег. Я надеюсь, что может быть э, за сегодня мы с вами сможем что-нибудь. Яблоки, яблоки. Я пока оставлю, наверное, яблоки. Груши я продам. Я бы все-таки хотела постараться сегодня купить уже участок для таверны. А для того, чтобы нам купить этот участок, как я вам уже говорила, нам нужно 10 тысяч семлёнов. Ну вот вы видите, у нас практически уже есть... Что это у нас такое? Львиный Зев. Кстати, Львиный Зев мы сейчас должны с вами посадить. Давайте пока что передадим его Виолетте. Виолетта, моя хорошая, ты у нас занимаешься магией, это хорошо. Но я бы хотела, чтобы она его где-то посадила. У нас, я так понимаю, что здесь все занято. Да, у нас тут, к сожалению, места нет. Но у нас есть местечко а, вот здесь. Я планирую здесь выращивать растения необходимые для нашего влада, но пока что пока что мы можем временно использовать вот эти вот горшки. Давайте здесь все поставим. Все, молодец. Э, да, я же говорила, что она очень напряженная, поэтому будем считать, что Влад решил, знаете, сделать такой вот подарок э, своей жене, такой вот романтический ужин. Ну, понятное дело, что пока что никаких ресторанов, кстати, э, он немножко проголодался. У нас есть 4 очка способностей. Я бы вот думаю, что нам как-то надо их немножко сейчас прокачать. Я думаю, что создание вампиров нас пока что не особо интересует. Я бы взяла, наверное, вечно желанный гость. И я думаю, что мы можем с вами... Можно взять, кстати, меньше вампирической энергии. Давайте возьмем вот этот пункт. И я думаю, что пока что хватит. Мы должны сейчас пойти кого-нибудь укусить, потому что если у Влада будет очень сильная жажда, то мы не знаем, какую беду они могут натворить. Я поставила книжные полки для наших пленниц, но я вижу, что что-то... Они не особо горят желанием... О, чистите, молодец! Они не особо горят желанием как-то, знаете, что-то почитать. Ну ладно, давайте пойдем что-нибудь, кого-нибудь, где-нибудь давай лети сюда в облике или Мышки. Давайте мы кого-нибудь укусим. Я очень надеюсь, что никаких с этим проблем не будет. Вы видите, что. Сестра э, нашей Виолетты немного такая, вы вот, знаете, вечно в плохом настроении, но это неудивительно. Она сидит все время в темнице пить кровь. Давай-ка ты долго пей кровь, пожалуйста. Э, кстати, я смотрю, что она... Страсть? Откуда у тебя страсть? Подождите. Гламурная внешность. Она стоит, смотрит на себя в зеркало. Гламурная внешность. А что у нее еще? о Харизма она у нас тут практикует. То есть, я так понимаю, что в итоге сестра нашей Виолетты, знаете, станет такой вот умелицей заговаривать зубы. Я так понимаю, что... Наши пленницы, что ты делаешь? Она решила пойти потанцевать что-нибудь современное такое, да, показать. Я смотрю, что наши пленницы, знаете, в принципе не против того, чтобы покормить нашего вампира. Может, ты поешь? Да ладно, она взяла книгу, ребята, да ладно. Мне предлагали вариант, чтобы я ставила, пригласить гостей. Но вы понимаете, они все будут пихаться потом возле этих всех э, тюремных, э, получается, э, клеток. Мне кажется, что это как-то, ну, будет не самый удобный вариант. Короче, захотят покушать, покушают. У меня включены полностью автономные действия. И у таких персонажей тоже. Поэтому я думаю, что захотят поесть. Поверьте, они поедят. Ну что, отправляйся, пожалуйста, сюда. Нет, ты протирать пол не будешь. Я хочу, чтобы ты сюда перелетел летучим. Мышкой, и мы сейчас должны немножечко здесь убрать. Фу-фу-фу, фу-фу-фу-фу, давайте убирать это все. Пусть он еще немножко почитает, пока у нас... Подожди, куда ты книжку делал. Ну зачем надо было убирать свою книгу? Смотрите, какой он довольный. Шею укусил, кровь попил, все, теперь супер довольный. Где наш том третий? Давай, заново еще почитай. А ты чем занимаешься? Давай посмотрим, что у тебя по прокачке. А по прокачке у нас пока что ноль. То есть, э, наша Виолетта, к сожалению, ну, как я вам уже говорила, она прокачивается очень медленно. Ой, наша малышка пришла. Слушайте, давайте попросим... Как у тебя, кстати, с рыбной ловлей? Ну, так себе. Мы, наверное, сейчас вместе с Виолеттой пойдем искупаем нашу малышку, потому что мне не очень нравится... Так, ты где, моя хорошая? Мне не нравится, что наша малышка ходит вонючка. Я думаю, что, как я вам уже рассказывала, Виолетта очень хорошо относится к Дороти. Поэтому, я думаю, она не против... Ну, не то, чтобы подменять. Помогать с малышами. То есть, понятное дело, что за этим всем должна следить Дороти. За состоянием наших малышей. Но быстро искупать в прохладной воде. Давай. Ну что, супчик уже готов. Давайте мы его поставим вот здесь. И я бы хотела, чтобы сейчас... Влад, давай вот здесь поставим супчик. А, давай, пожалуйста, садись здесь ты, моя хорошая, садись вот здесь. Я думаю, что ребенка сейчас покормит Дорти. Дорти у нас молодец, Дорти обязательно покормит малышку. А, или ты уже подготовила? Что ты ей сейчас хотела предложить? Это что? Попкорн ассортиз. Молодец! Действительно, в 16 веке у нас был попкорн, правильно, никаких про. Смотрите, все сразу расходятся. То есть, все уже поняли, что у нас сейчас будет романтический вечер. На, пожалуйста, ты давай покушай, ты покушай. И ты тоже, да, хочешь покушать? Ну хорошо, возьми, пожалуйста, порцию. Ладно, мы же с. С вами все понимаем. Возьми, пожалуйста, порцию. Он голодный, уставший. Мы сейчас должны будем нашего сына отправить наверх. Он должен перекусить, и затем мы его отправим в душ. Так, где наша? Да, тебе нужно будет быстро принять душ. И затем ты пойдешь, конечно же, спать. Потому что Марк должен высыпаться. Мы с вами прекрасно понимаем, что ему тоже пока что трудно. Расскажи мне, Дороти. Расскажи мне, моя хорошая. Ты не хочешь пойти еще рыбу половить? Потому что томатный суп, я думаю, что уже всех достал. Вот просто абсолютно всех. Давайте мы сейчас немножко выразим восхищение. Они должны немножко пообщаться. То есть у нас такой вот вечер, ночь уже. Виолетта уже успела переодеться, я смотрю что у Влада настроение очень и очень даже игривое. Ну что, давайте, может быть, мы этот романтический вечер сделаем еще более романтическим. Мне нравится в уху, в гробу. Это, конечно, супер. Эм, Давайте-ка, может быть, мы заняться в уху. Все, отправляем. Я надеюсь, что они сейчас пойдут в свою комнату, потому что я знаю наших персонажей, как они иногда, э, знаете, любят себя неправильно вести, идут совершенно не туда, куда нужно. Так, как дела у Миреллы? У Мирелла все в порядке? Подождите, ребята. Ребят, подождите, они как-то не туда пошли. Фух, я уже перепугалась, что они сейчас залезут в комнату Марка. Такие, извини, пожалуйста. Прости, пожалуйста, нам как бы нужно сюда к тебе провести романтический вечер. Это было бы как-то немного странно. В общем, мы, я думаю, что оставим влюбленных голубков, посмотрим, как дела у нашей Дороти. Дороти очень устала, но... Она не поймала ни одну рыбку. Вот я не знаю, здесь у нас какое-то, знаете, место не самое подходящее для рыбалки. Мы, конечно, будем пытаться э, в других местах порыбачить, но я так понимаю, что, возможно, Дороти пока что, ну, достаточно трудно привыкнуть ко всем обязанностям. Поэтому будем надеяться, что в дальнейшем она, конечно, э, сможет со всем этим разобраться. И я надеюсь, что рыба здесь будет не такой капризной. Ну что? Я думаю, что вот эту одежду мы тоже убираем. Торти, ты должна, наверное... Подожди, подожди, подожди. Где наша хорошая девочка? А, ты у нас играешь? Все, все. Я думала, что она все еще внизу. Ложись, пожалуйста, спать. Мирала тоже пусть ложится спадки Все-таки час ночи, как-то это не очень правильно, что она еще не спит. Я хочу ложить э, Марка. Пожалуйста, тоже ложись спать. Все должны уже ложиться отдыхать. А почему не спит наш вампир? Куда ты пошел? Оставь, пожалуйста, не трогай Миреллу, она хочет выспаться. То он сейчас придет, начнет с ней играть, это вообще неправильно. Эти гномы выглядят немного странно, они почему-то все стоят и смотрят, как моется Дороти. Ну ладно, мы-то не будем так же делать, как эти гномы. Но у нас сегодня, между прочим, праздник урожая. И, кстати, я вам хочу сказать, что у нас практически все растения уже успели созреть э, в нашей оранжерее. И поэтому наша Виолетта решила создать несколько композиций из цветов, чтобы сегодня устроить, знаете, такую вот небольшую распродажу. Почему бы ей не выставить эти цветы на продажу возле домика? Заодно, возможно, она сможет с кем-то из соседей познакомиться. Ну, знаете, такой отличный повод э, на, во время праздников... Э, как-то одинокая перемена. Как-то познакомиться с теми людьми, которые живут в этом городке. Попроси поиграть правильно. Поиграй с другими детишками. Ну, конечно, тебе тоже нужно с кем-то знакомиться. Смотрите. А у нас тут уже кто-то гуляет. Ну, мы не будем пока что обращать ни на кого внимание. Все-таки Влад, конечно же, кстати. Подожди, что это у тебя? А, все, все понятно, что у него за интересные. В смысле, куда это твои интересные мысли делись? Ты что? Ладно, пойдем кого-нибудь укусим. Я хочу посмотреть, кто сейчас чем занимается. Я могу уже наконец-то укусить Элис. А почему я не могу? Из этого персонажа недавно пили кровь, но это как-то странно, почему я не могу укусить? Давайте посмотрим из нашей Милы, мы можем выпить кровь? Да, а почему-то из нее мы можем. Кто у нас тут уже пьет кровь из нашей Эли? Слушайте, а может быть у Элис какой-то там, ну не знаю, неподходящая группа крови для нашего вампира, и ему как-то не очень приятно пить ее кровь? Я не знаю, ну знаете, как предположение такое вот небольшое. Ну что, ты прилетел? Да, ты прилетел. Здравствуйте, можно вашу кровь выпить? Нельзя? Извините, мне все равно. Как дела у нашей Миреллы? Мирелла у нас немножко, видите, она такая вот вредная, потому что Влад решил ей зачем-то дать крекеры. И, видимо, крикеры ей настолько сильно понравились, что она хотела скушать еще, но, к сожалению, ей больше крикеры никто не дает. Давайте мы, наверное, отправим нашу Дороти э, пойти что-нибудь еще приготовить. Ну, во-первых, я вам уже говорила, что нам нужно приготовить для наших. Новых жителей, которые у нас живут в подвале, все-таки еду, а то как-то очень странно, что они как бы все там голодные сидят, мы их как-то так не часто кормим. Я хочу посмотреть, что у нас тут за делишки, здесь у нас в принципе все в порядке, где наши новые растения? Ты решила оставить здесь вазочку, правильно? Я хочу поменять цвет вазочки, давайте посмотрим, кстати, а, сфотографировать, нет, это мы не можем сделать, выбрать вазу. Давай-ка мы выберем весеннюю вазу, иди, пожалуйста, сюда. Куда ты собиралась идти? А, я хочу ее забрать к себе, и мы с вами должны создать еще композицию. Так как у нас есть, вот вы видите, Маргарита и колокольчики. Давай-ка ты вот это вот эм, тоже еще такую создашь, вазочку. И еще, я думаю, мы создадим цветочки, ну, то есть какую-нибудь композицию. И затем мы устроим небольшую такую, знаете, распродажу. Тут, знаете, скорее цель не э, какие-нибудь там заработать сумасшедшие деньги, а именно э, познакомиться с соседями, посмотреть, кто у нас тут живет. И я думаю, что нам это, в принципе, должно, ну, как бы дать хоть какой-нибудь, скажем так, плюсик при знакомстве с окружающими. Ну что, как там твой суп? Фирменный суп имени Дороти. Я надеюсь, что нашим пленникам оно все уже не надоело. Иди, пожалуйста, сюда давай. -ка. Точнее, даже не лети, а точнее, именно что лети, а не иди, потому что ты все не дойдешь. Вот этот суп уже испортился. У нас, конечно, здесь очень жарко, поэтому о, надо будет вынести мусор. Надо будет попросить Дороти вынести мусор. Кстати, что у тебя по твоим вампирским навыкам? А, ты еще не докачался, поэтому будь добр, читай дальше свои вампирские книжки, давай посмотрим, где твоя вампирская книжка, вот она, нет, том второй тебе не нужен, где ты, куда ты уже делал том третий, ты ему покупаешь том третий, а он его куда-то девает, подожди, том один, а где том три, том два, а где том три, слушайте, куда он его делал? Вот где-то у нас оста... а вот он лежит. Ну молодец, Даш. Значит, мы сейчас должны, во-первых, добавить лед в наши холодильники. А, ты куда пошла? Ты хочешь поесть? Правильно? Я хочу попросить нашу Виолетту, что ты делаешь? Ты создаешь пока что все еще композиции. Мне нужно разделить, конечно же, а, значит, положить порцию в багаж. Нет, ты этим заниматься не будешь. Этим будет заниматься Дороти. Вы видите, сколько у нее обязанностей, поэтому Виолета, ну не может ей не помогать. Но это было бы совсем неправильно. Добавишь лед сюда, добавишь лед сюда, затем ты, пожалуйста, все подели на порции. Раз, два. Я думаю, что все. Потому что, как вы видите, у Андреи есть возможность себе приготовить макароны. То есть, как бы, ей вообще, в принципе, без проблем. И вы видите, что она уже успела приготовить какие-то зелья. Среди книг, которые были в этом книжном шкафу, Андрея нашла маленький блокнот, который она решила использовать как собственный дневник. Возможно, она сможет туда какие-то рецепты зелий еще записывать. Или даже какие-нибудь заклинания. Ну что, как у тебя дела, Виолетта? Что ты идешь делать? Нет, спать? А, нет. Лучше иди, пожалуйста, спать. Потому что, как видите, она очень сильно устала. И ей нужно немножечко сейчас отдохнуть, чтобы мы с вами смогли устроить э, Строить вот эту вот нашу распродажу возле дома, только я бы хотела тоже поменять здесь вазочку. Давайте мы какую возьмем вазу? Давайте вазу с конфетти. Ну, то есть у нас будут такие вот разные варианты. Отправляйся, пожалуйста, спать. Я тебя очень прошу. Перед тем, как мы с тобой будем э, приглашать сюда наших соседей, тебе желательно выспаться. Поэтому, пожалуйста, отправляйся. Все, ложись спать. Расскажите мне, пожалуйста, что происходит с нашей соседкой? Почему она решила походить вот так вот по кругу? Может быть, э, силы нашей Виолеты как-то на нее влияют? А может быть, гипноз Влада подействовал? В любом случае, наша Дороти решила сейчас отправиться пособирать растения, которые у нас уже успели созреть. Это очень круто, что у нас тут действительно очень много различных, как видите, деревьев, э, всяких кустиков. Я надеюсь, что мы сможем часть из этих предметов продать. Часть мы, конечно же, оставим себе. Вот у нас тоже какая-то дама появилась. Но Дороти у нас, как видите, не особо такая, вы вот, знаете, дама общительная, поэтому она сейчас быстренько тут все пособирает. И затем мы с вами будем, конечно же, готовиться к праздничному ужину. Но я бы хотела, конечно же, к праздничному ужину приготовить, ну, например, например, вот ту же рыбу. Я надеюсь, что э, Дороти сможет сегодня кого-нибудь поймать, потому что очень жалко. У нас тут, понимаете, прям рядышком прудик, а в итоге ни одной рыбки мы никак не смогли с вами словить. Ну что, давай посмотрим, как дела у Влада. Влада, ты чего такой вампир? Ты почему решил вдруг э, поменять свою внешность? Может быть, тебе лучше вернуть обратно свой вампирский облик? Кстати, я хочу посмотреть, как дела у наших... Ага, ты спишь, я тебя все равно не могу, да, укусить? Вот давайте проверим. Принудить проснуться. Ну давай принудить ее, надо проснуться. Слушай, ты лежишь, у меня тут спишь, мы тебя периодически кормим, и вроде даже тебе развлечение какое-то нашли, а ты, получается, не хочешь нам отплатить тем, чтобы дать нам немножко крови. Но если она нам не даст крови, то нам придется с вами общать, от нее избавиться, потому что нам от этого персонажа, ну, как бы, толку нет никакого. Кстати, наш уже Влад, посмотрите, он еще прокачался, он у нас уже опытный вампир, но пока что здесь нет нужного для нас пункта. Я бы хотела для него взять какой вариант? Эм, непреодолимая дремота, усыпляет персонажей. Но это, знаете, такой вот вариант. Он нас сейчас не особо интересует. Контролирование душ, вот это, в принципе, неплохо. Тоже хороший. Гипноз, ну не знаю. Вот может быть создание вампиров. Мне кажется, что... Вот этот вариант, я сейчас просто к нему склоняюсь в том плане, что мы бы могли Элис обратить э, вампира из-за того, что, ну, вы видите, как она себя ведет, от нее толку ноль. А, кстати, что у нас надо сейчас выбрать из вот этих вот э, наших слабых сторон? Я думаю, что мы можем взять вариант... Ну, давайте... Нет, виноватый выпивоха не хочу. Давайте шишипение. Пусть он будет у нас такой, как, знаете, такой не самый тихий вампир из всех вампиров. Дороти, как у тебя дела? Ты все еще собираешь? Молодец. Я тебя затем хочу, как я уже сказала, отправить на рыбалку. Все уже ничего не растет. Какое-то странное, знаете, у нас тут местечко. То растет, то не растет, то у нас тут есть рыба, то у нас нет рыбы. Как-то очень странно, согласитесь. Вроде бы такой вот, знаете, рай уголок где можно и рыбку половить и какие-то растения пособирать но в итоге ни того ни того ни того нет как у тебя дела ты решила ты что делаешь ты решила выплакаться я с тобой согласна тут просто не пойми что происходит а ты чем занимаешься мой хороший ты у нас сюда все-таки переместился подожди-ка прилети сюда пожалуйста летучей мышкой и затем я бы хотела посмотреть о пить кровь нет все мы не будем из нее делать теперь вампира. Мы из нее теперь можем попить. Но это очень странно, понимаете? А раньше мы, по-моему, ну, раз в полдня могли пить кровь, а тут у нас получается, что надо пить кровь раз в сутки из Элис. Поэтому что-то мне подсказывает, что очень скоро мы из нее сделаем действительно тоже вампира. Что мы с вами смогли собрать? Мы еще львиный зев смогли собрать. Я хочу груши попродавать. Давай, продавай все груши. И я хочу посмотреть, как дела у нашего садика. Ты нормально легла спать? Да, вроде бы нормально. Значит, у тебя пока что только одна вазочка. Давайте мы заберем еще одну вазу, мы будем скоро с вами будить Виолету и будем приглашать соседей, устроим такую вот осеннюю распродажу. Дороти удалось поймать одну рыбку, и она приготовила для Виолеты вот такой вот вкуснейший шашлык. Ну и, конечно же, Влад решил провести этот вечер вместе со своей женой. Давай-ка мы... Может быть, выразим восхищение. Я предлагаю... Давай посмотрим, что у нас есть еще из таких вот вариантов. Давай, может быть, какую-нибудь романтику. Все-таки им нужно как-то восстанавливать свои романтические чувства, потому что переезд это, конечно, трудно, но нужно возвращаться, скажем так, что случилось. Ты искупала малышку? Нет, ты не искупала. Почему ты не искупала? Малышка хочет в туалет. Давай-ка ты отправь ее, пожалуйста, на горшок. Приучать горшку. И вы видите, что у нас тут уже успели всякую вот такую вот разлить. Я даже боюсь представить, что это Марк решил тут разлить. Но я надеюсь, что это отмывается. Поэтому надо будет попросить Дороти... Что такое? Ага, все-таки будет она у нас приучать горшком. Ну и нам надо будет вот это все починить. Но чинить, я думаю, что это все будет Виолетта, потому что, как вы понимаете, э, Виолетта у нас прокачивает магию медленно, но уверенно. Поэтому, я думаю, она будет только рада использовать свои магические э, заклинания. Так, давай-ка выбросим вот эту вот тоже тарелку. Ей здесь точно делать нечего. И давайте посмотрим, кстати, как дела у наших пленниц. Ну вот они из принципа... Это наша Андрея сидит, читает. А вот они из принципа кушать не хотят. Может быть, конечно, они объединились голодовку можно и так считать потому что их посадили в клетку ну и конечно же они не будут здесь ничего кушать они боятся что возможно это что-то очень плохое это лучше не есть поэтому они решили что нет мы ничего такого здесь кушать не будем давай посмотрим значит ты можешь здесь использовать это заклинание а здесь ты можешь чистить и использовать я думаю что это будет самый лучший вариант тем более что как вы знаете использование магии всегда будет прокачивать нашу ведьму чуточку быстрее к сожалению, сегодня Виолетта весь день провела в садике, она высаживала еще и остальные растения, поэтому она не успела устроить распродажу. Поэтому я думаю, что на следующий день, на следующее утро, мы как раз с вами и сможем. Вот, между прочим, мы задобрили наших гномиков, и вы видите, что наши гномики дают нам много чего полезного. Я надеюсь, что среди вот этих всех растений нам выпадет что-нибудь э, прям идеально подходящее, но вы видите, что у нас пока что очень мало. Очень мало различных семян, но мы с вами все равно откроем. Вдруг нам какие-нибудь там розы выпадут или еще что-нибудь. Ну что, дорогая моя, может быть тебе сейчас стоит провести э, еще один вечер с Владом, а точнее ночь. Ну, а Дороти мы будем отправлять его. Вот видите, она очень хочет в туалет, она очень хочет в туалет. Уже не хочет. На следующий день Дороти вместе с Виолеттой отправились в оранжерею. Посмотрите, сколько у нас созрело растений. И я думаю, что после того, как мы с вами пособираем весь урожай, мы можем наконец-то устроить нашу небольшую распродажу. Потому что до этого у нас было очень много дел, между прочим. Вчерашняя ночь у Виолеты и Влада прошла очень удачно. Прям очень-очень удачно. И настроение, конечно, у них просто было прекрасное. Ну что, давай посмотрим. Мы можем сейчас посмотреть, что у нас есть. В багаже у нас есть как раз три вот таких вот симпатичных композиции. Давайте мы сразу же их сюда переставим. Тебя тоже переставляем, и я думаю, что мы можем э, все это выложить на стол. То есть сейчас мы соберем все, что у нас с вами есть, и затем будем выкладывать. Посмотрите, как много у нас всяких интересных теперь штук. То есть мало того, что мы с вами собираем мед, мы с вами собираем пчелиный воск, мы с вами собираем различные растения. Плюс Дороти, скорее всего, сейчас отправится и на рыбалку и посмотрят, что у нас с вами есть еще интересного. Конечно, для совсем такой, знаете, полноты нашей картины нам бы в идеале еще Хотя бы одну жертву где-то найти и посадить к себе э, в плен. Как вы знаете, каждая жертва нам дает 1000 симолеонов. Поэтому посмотрим. Может быть, э, удастся это сделать сегодня нашему Владу, может быть, и нет. Но я бы хотела постараться. Хотя бы постараться сегодня накопить эти 10 тысяч. Ну что, давай будем все здесь собирать. Все, 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 все. Но вдруг нам сейчас улыбнется удача, и мы сможем без нашего пленника собрать вот эти все денежки. Хотя я в этом не уверена, нам, наверное, нужно тот же драконий фрукт выращивать, чтобы нам это удалось сделать. Но в любом случае будем пробовать. Здесь ты должна все выкопать. Здесь у нас что? У нас лягушки есть. Может быть нам повезет, у нас будут хорошие лягушки в ближайшее время в багаже. Пока что я вроде как вот здесь, видите, еще груши. То есть, в принципе, здесь у нас, конечно, идеальное место в плане различных таких вот интересных растений. Поэтому я думаю, что куда ты пошла? Ну, зачем ты куда-то идешь? Ты должна отправляться вот сюда. Вот сюда давай отправляйся, и мы будем обслуживать стол. Мы должны сейчас с вами начать вообще-то эту самую распродажу. Но пока что мы здесь не находимся, мы должны подойти поближе. Давай-ка, подходи, и мы сейчас с тобой здесь. Ну, хотя бы попытаемся познакомиться с соседями. Я очень надеюсь, что нас сейчас игра не подведет и не устроит нам тут не очень приятное, скажем так, зрелище в виде персонажей в современных костюмах. Ну что, ты готова устраивать распродажу, да? Давай начнем дворовую распродажу. Я надеюсь, что кому-нибудь понравятся наши вот такие вот симпатичные букетики. Как я вам уже сказала, это повод прекрасный: познакомиться с соседями. Так, хорошая моя, ты должна отправляться в спадки. Ты должна. Налечь отдыхать, потому что Мирелла у нас целый день и с братом проводила время, и с отцом проводила время. И она, конечно же, устала, поэтому пусть идет отдыхать. Как вы видите, к нам уже пришли первые соседи. Мы сейчас попытаемся с ними как-то поговорить, что-нибудь обсудить. Может быть, молодой человек, может быть, вы хотите своей жене букетик купить. Может быть, э, извините, он захотел уйти. Ладно, давай мы э, с тобой поговорим. Может быть, я могу тебе предложить рекламировать продукты. Давай-ка. Смотри, какой красивый букетик. Мы только переехали, я тут вообще занимаюсь букетами купите что-нибудь для своей жены. О, год к нам прибежал. Я думаю, что ему мы тоже можем предложить. Мол, подходите, покупайте свою жену, радуйте. И вообще этот букетик очень вкусно пахнет, будет очень долго стоять у вас и радовать ваш глаз. Ну, как-то так, нам же надо все это порекламировать. Я хочу тебя тоже попросить сейчас все это пособирать. Пока Виолетта не может отойти от столика, мы попросим Дороти. Давай-ка, иди сюда. Собрать весь урожай. Кстати, я уже способствовала росту, но я вижу, что у нас опять растения готовы, чтобы мы поспособствовали росту. Поэтому давай-ка быстренько сейчас поспособствуем здесь, там. Ну-ка, 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 давай. И я думаю, что, в принципе, мы сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Колокольчики продаем, нам они не нужны. Я думаю, что хризантемы тоже продадим. У нас они и так есть. Но будем и дальше продавать. Я думала, сначала, может быть, все хризантемом мне засадить. Но я бы хотела засадить все виноградом. Потому что виноград стоит тоже очень дорого. И, как вы видите, у нас будет такая вот возможность. Продавай вот это, продавай вот это. Виноград я пока что оставлю. Давай-ка посмотрим, что есть у Дороти. Ну, у Дороти вы видите, конечно, чуточку меньше а, интересных всяких растений, но вы видите, что у нас уже практически восемь с половиной тысяч. То есть нам сейчас в идеале бы найти какую-нибудь очередную жертву для Влада. Затем нам бы, конечно же, еще немного попродавать, и, как вы понимаете, будет вообще все просто супер. Остался последний букет, самый самый красивый букет отойдет самому лучшему мужчине, покупайте. Ну, наверное, какая-то такая реклама. Я думаю, что Виолетта в этом плане сейчас... Нет, не хочешь букет. Жалко, грустно. Нет, купили, друзья мои, у нас купили букетик. Я так понимаю, наши пленницы все-таки проголодались, потому что тарелки уже пропали. Они действительно решили, что, наверное, их здесь держат не просто так, тем более, что Влад как раз проголодался. И я думаю, что пришло время как раз перекусить. Извините, пожалуйста, мне нужно немножечко вашей крови выпить. И, между прочим, у Виолетты первое проклятие. И называется это проклятие, запутанное заклинание. Вообще, у Виолетты какое-то плохое настроение. Последним временем будем пытаться ей, конечно же, его поднять. Посмотрите, у нас, тут, у нас тут банановое дерево успело вырасти. Я думаю, что мы сейчас с вами должны вот это все попродавать. Давайте продадим все, что у нас есть. И я так понимаю, что у нас вот-вот-вот-вот будет как раз 10 тысяч. И, между прочим, эти 10 тысяч, получается, что э, мы смогли получить даже без еще одного пленника, что, на мой взгляд, конечно же, очень здорово. Я вот думаю продать виноград, вы видите, что у нас тут есть достаточно много винограда, 204 миллиона, в принципе, нам осталось совсем немножко, 200 миллионов, я думаю, что мы сейчас очень просто сможем заработать, ну что, ты покушал, да? Все, у нас тут все прекрасно. Я смотрю, что мы с вами успели продать только часть растений, как нужная сумма у нас уже действительно собрана. Давай-ка мы сейчас должны поухаживать за нашими банановыми деревьями. Сейчас только вот это все попродаем. Я хочу посмотреть, что у нас вообще, в принципе, с вами есть. У нас есть еще несколько пакетиков с семенами, но я не хочу их пока что трогать. Давайте пусть они пока что будут у нас в кармане. 10 358 символов. То есть, как вы понимаете, друзья мои, мы можем с вами уже покупать таверну, а значит мы с вами сможем... Можем там уже разместить хотя бы какое-нибудь небольшое строение. Тем более, что вы видите, наш садик более-менее быстро созревает. У нас проблем с растениями нет. И я думаю, что раз у нас так быстро покупают букетики, то Виолетта, конечно, захочет продавать часть своей продукции. Но ну, будем считать, что вот аранжерей ей, ну вот настолько, знаете, вот нравится ей здесь работать, ей нравится работать с цветами, ей нравится здесь все это выращивать. Что она попросит, конечно же, своего мужа, чтобы он разрешил ей там поставить небольшой такой вот, ну будем считать, что киоск, не киоск, местечко, где она сможет продавать свои растения. Это даже не часть магазина. Это просто на улице будет стоять э, такое вот небольшое местечко где она сможет продавать свои букетики тем более что она у нас прокачается очень быстро ну что друзья мои я предлагаю отправиться сейчас в место где будет находиться наша будущая таверна ну что друзья мои наконец-то влад прикупил небольшой кусочек земли сразу же рядом с собором с другой стороны находится полуразрушенный дом но я думаю что влад он не смущает с другой стороны мы всегда можем выкупить и этот кусочек земли но пока что я думаю что нам хватит и и вот этого участка. С другой стороны, как видите, находится река. И мне кажется, что люди могут прогуливаться, увидеть нашу таверну и обязательно захотят сюда заглянуть. Ну что, друзья мои, я думаю, что на этой ноте мы с вами сделаем перерывчик. Мы наконец-то с вами смогли накопить нужную сумму. Конечно, эти дни были очень трудными, вы много чего не видели. Очень много было каких-то ссор, разборок. Кто-то не успевал что-то сделать, кто-то не успевал даже отдохнуть. Бедняга Дороти и бедняга Виолетта они просто сбились с ног они пытались всячески развивать их садик они пытались и как-то связываться с соседями и как-то налаживать контакты ну и конечно же влад пытался следить за нашими пленницами и, в принципе у них все хорошо но как вы понимаете с пленницами у нас тоже будет еще отдельная история. Что будет дальше и как будет развиваться дальше наша таверна и жизнь? Лада Дракула и его семьи мы уже узнаем в следующей серии. Поэтому, друзья мои, не забывайте поддерживать ролик лайком. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.